Современная молодежь должна знать первых героев космоса, тех, кто создавал ракеты, реактивные двигатели, космические скафандры и системы связи. Благодаря усилиям всей страны более 60 лет назад был осуществлен полет человека в космос. 9 марта исполнилось 90 лет со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина. По случаю памятной даты торжественно открылась выставка «Знаете, каким он парнем был». Фотографии рассказывают о звездном пути Юрия Гагарина, начиная с его детства, родителей, где он родился, как он стал космонавтом, о его семье и о том, как он стал послом мира и что он сделал больше, чем многие из наших дипломатов. Так как изначально Юрий Гагарин был летчиком, на выставке представлены картины художника Ксении Кашпур. Ее работы дополняют экспозицию. Она окончила художественную школу «Живопись маслом» в Санкт-Петербурге и состоит в Профессиональном союзе художников России. А также Ксения училась в университете гражданской авиации. Свою жизнь она связала именно с этой сферой. Работала авиадиспетчером в аэропорту Домодедово. Так как я работала на вышке, соответственно, все картины у меня в основном в приземном слое, да, где-то рядом с полосой на этапе взлета и посадки. И я выбираю вот эти референсы, близкие мне. Вот. Поэтому эти картины про взлет и посадку – самые опасные и самые важные части этапа полета. Самое главное, что в этих картинах важно – это блики. Как матовыми красками ты учишься создавать металл. То есть вот для меня материальность, передавать материальность вот этих птиц железных, это, наверное, самое большое удовольствие. На открытие выставки пришли ученики из Видновской гимназии. Специально для них Ольга Панасюк провела экскурсию, на которой рассказала о том, как проходил первый полет Юрия Гагарина вокруг Земли, а также показала ребятам образцы еды для космонавтов. Я очень хотела сюда прийти, попросила классного руководителя, чтобы меня отпустили с уроков. Хотела просто поинтересоваться, посмотреть, прочитать про его жизнь, про биографию, посмотреть там картины, фотографии. Выставка, посвященная Юрию Гагарину, будет работать до 1 мая этого года. Поэтому есть еще много времени, чтобы узнать подробности жизни и полета первого советского космонавта. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.